Всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна, и вы на канале Школы астрологии Ашвини. Сегодня мы с вами разбираемся в нюансах третьей накшатры гороскопа. Это накшатра Критика, и она относится к последней части Овна и к началу знака Тельца. Конкретно Критика начинается в 26 градусах 40 минутах Овна и заканчивается в 10 градусах Тельца. Это первая накшатра, которая меняет свой характер, потому что ее первая часть в Овне, вторая ее часть в Тельце. И тут интереснее и сложнее становится, потому что Критика Овен и Критика Телец — это совершенно разные люди. Символ Критики — это клинок, нож, топор, какое-то режущее лезвие. И это показывает характер данной накшатры. Такие люди достаточно резкие, они склонны к критике, к тому, чтобы рассказать о том, что им не нравится в вашей работе, в вашем поведении. Я не могу сказать, что они бестактны, они очень профессиональны, они очень четко и по делу критикуют. Поэтому название накшатры «Критика» и их самое главное качество, конечно, вам будет легче всего запомнить, потому что они омонимы. Управитель данной накшатры — планета Солнце, и Солнце в данном случае дает им лидерство. То лидерство, которое характерно для всех овнов, но у Критики это лидерство особенное. Эти люди дорабатывают какие-то вещи, они придают им окончательную форму, отсекают все лишнее. И в этом заключается их философия, глубинная идея данной накшатры. На протяжении всего Овна, начиная с Ашвини и продолжая в Бхаране, мир сотворялся, он приобретал какую-то форму. И задача Критики — отрезать все лишнее, убрать все лишнее, доработать, придать ему окончательную форму. Конечно, вот эта привязанность к форме, к внешней оболочке больше характерна для критики, которые уже относятся к знаку Телец. Те критики, которые еще Овен, они больше склонны к действиям, именно к доработке, к активному проявлению себя. Те критики, которые Тельцы, они уже больше про дорабатывание окончательной формы. Цель критики не просто вывести вас из себя, раскритиковать. Наоборот, они ратуют за то, чтобы доделать дело, за то, чтобы все было на суперпрофессиональном уровне, на очень хорошем, качественном уровне. И эти люди работают за идею. Эти люди мотивируются своими внутренними качествами, своей идеей быть принципиальным в том, что они делают. И, конечно же, это одни из самых преданных служащих, рабочих, хотя они будут склонны, конечно, к руководству, а не к тому, чтобы быть рядовым служащим. Мы все-таки помним о том, что Солнце руководит данной накшатрой, и, конечно, оно должно давать административные таланты данному человеку. Та часть критики, которая относится к Овну, больше склонна к административному лидированию. Та часть критики, которая относится к Тельцу, больше дает сферу направления бизнес. Эти люди становятся финансовыми лидерами. Они склонны к тому, чтобы развивать себя в сфере торговли и имущества, а не в сфере, например, политики, руководства массами, так как склонен к этому Овен критика. Божеством, под управлением которого находится данная накшатра, является Агни, огонь, или Картикея. Это божество связано с расчищением пространства, с тем, что огонь убирает все лишнее и дает почву для дальнейшего процветания. В целом, вот это вот зачищение пространства, вот это стремление отсечь мертвое, ненужное, которое нужно уже утилизировать, прослеживается в характере критики на всех уровнях. И с отношениями они могут прощаться первыми, если отношения изжили себя. И это касается каких-то старых вещей и каких-то явлений в их жизни. В целом эти люди склонны зачищать свою жизнь полностью. Также критика связана с проблемами с деторождением. В моем опыте, в моей астрологической практике очень много случаев, именно когда пара испытывает проблемы с зачатием, с деторождением, и луна женщины, либо лагна женщины располагается в накшатре критика. Какие психологические особенности у людей, родившихся под данной накшатрой? Конечно, как мы уже сказали, они достаточно критичны. Критичны из той идеи, что дело надо сделать хорошо, дело должно быть безупречным. Поэтому критики очень хорошие профессионалы в любой сфере, в которой они вступают.
Также эти люди склонны к тому, чтобы быть талантливыми поварами, руководителями. Они очень тонко ощущают вкус жизни, у них есть вот эта чувствительность, которая и позволяет им дорабатывать вещи или проекты, потому что они достаточно чувствительны и понимают вот эти полутона, оттенки жизни. Давайте теперь поговорим о падах данной накшатры, о частях и об их особенностях. Первая накшатра критики попадает в знак Стрельца. И данное влияние знака Стрельца и Юпитера говорит о том, что критика в первой паде склонна к общественной деятельности, тому, чтобы облагородить весь мир, сделать его лучше. Поэтому критики в первой паде, они часто политики, руководители, основывают какую-то новую организацию, которая меняет мир к лучшему. Это может быть профессиональное объединение, профсоюз или партия. Критика второй части попадает в Навамшу Козерога. Эти люди больше настроены на достижение финансовых целей. Они более заботливые, потому что здесь экзальтируют. И эти люди склонны к тому, чтобы все воспринимать в материалистичном ключе. Именно результат финансовый, какой-то конкретный, легко измеримый, их может мотивировать и привлекать. И они меньше всего настроены на пустую болтовню. Третья часть накшатры делает критику хорошими исследователями и учеными, потому что это Навамша Водолея. Также третья часть критики может давать склонность к бедности, потому что руководитель данного знака Сатурн, и он склонен к ограничениям. Вот эта переменчивость и склонность к ограничениям характерна третьей паде накшатры критика. И последняя пада — это рыбы. Четверть, которая попадает в Навамшу рыб. Самые добрые критики, самые податливые, они самые чувствительные. Эти люди склонны к общественной деятельности, к тому, чтобы вступать в какие-то большие организации, лидировать этими организациями. И больше склонны к тому, чтобы отпускать немножко обстоятельства, течь так, как они сами происходят. То есть у этих критик меньше вот этот контроль. Они готовы принять мир таким, какой он есть, включая его несовершенство. Но, тем не менее, каждая накшатра, каждая пада накшатры имеет какие-то свои уникальные способности, таланты, плюсы. И, конечно же, мы разберем с вами все их. Это был мой анализ накшатры критика для вас. Я призываю вас оставаться на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео, вышлите своему другу или подруге данное видео, если они являются критикой по гороскопу. И с вами была Татьяна Калинина. Всем пока-пока!